Сотрудники историко-краеведческого музея подготовили программу «Устали седыми блокадные дети», а также представили тематическую выставку. В экспозиции копия дневника Тани Савичевой «Предметы советского быта». При просмотре фильма о жизни детей-блокадников многие ребята не смогли сдержать слез. Жалко очень детей бедных. Они, конечно, хотели кушать, но все-таки ничего не поделаешь. Мне очень страшно, печально и было очень жалко. Дети обязательно должны знать о том, как дети раньше жили, о том, что такое блокада. Потому что дети на данный момент не ценят то, что они имеют. Мы прослушали информацию о том, что дети питались хлебом с опилками. Дети на данный момент не будут просто хлеб даже есть. Наш класс часто приходит в историко-краеведческий музей. Здесь очень познавательно, они развиваются, то есть даже обогащаются духовно. То есть они знают, находят здесь полезную информацию. Защита Родины – дело каждого, как и память о прошлом своей страны.